В этом видео мы с вами поговорим, что нужно делать. Как вы знаете, компания платит за товарооборот от 3 до 23%. Товарооборот может быть ваш личный и может быть вашей команды. Чем больше ваш товарооборот, тем больше ваши выплаты. Как же создать товарооборот? Первое, мы делаем заказ сами. Не забываем спросить у наставников об акции новичка, стартовой программе и VIP-программе. И что вам нужно обязательно знать, это то, что ваш доход входит в ваш личный оборот и ваш товарооборот. Вообще, MLM-предприниматель может развиваться так, как ему хочется. То есть, выбираем любой способ создания команды. Мы будем вместе с вами учиться приводить людей в структуру. Способы рекрутинга у нас с вами разные. Рекрутинг – это поиск людей в свою команду. Автоматизация работы в социальных сетях, развитие личного бренда, блогерство, рекрутинг офлайн, ну и, конечно же, рекрутинг онлайн. Онлайн можно продвигаться платно, бесплатно, мы всему обучаем. То есть мы обучаем вас бесплатно, но вы можете запускать платную рекламу. То есть денежки на свой рекламный кабинет вы будете класть свои. Например, можно запускать рекламу в Одноклассниках, в Инстаграме, на Фейсбуке, ВКонтакте. Также MyTarget, Яндекс.Директ и Google AdWords. Так как компания платит не только за ваш товарооборот, но и за товарооборот команды из всей глубины, вам учитываются баллы, то, конечно же, неважно, приведете этих новичков вы сами или вы обучите своих первых, допустим, 10 человек приводить людей в свою команду. Ваш товарооборот будет расти, и выплаты ваши тоже будут расти. Например, 60 человек по 50 баллов в вашей структуре – это товарооборот директора. Уровень директора – 3000 баллов. И давайте с вами поговорим о том, что такое балл. Балл – это единица внутри компании, чтобы выплачивать мультивалютный расчет. Так как мы сотрудничаем с 42 странами, то все 42 страны могут быть у нас в структуре и в команде. То есть мы можем регистрировать в одну цепочку, в одну группу, в одну команду огромное количество стран. Но денежки, благодаря баллу, мы получаем в валюте именно своей страны. Я думаю, при нашем бесплатном обучении у вас получится все. Самое главное, не стесняться задавать вопросы наставнику в чатах. И, конечно же, знать, что проект Faberlic Online – это очень крупный проект, где есть все. Главное знать, у кого всю эту информацию спрашивать. Я желаю вам удачи, роста и везения.